Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, с вами Аракис, всем привет-привет, и сегодня мы попытаемся кому-то навалять, да, либо наваляют нам. Кстати, ставьте лайк, если хотите, чтобы меня разнесли, короче, очень сильно разнесли в первом же бою. Поехали. И сегодня мы... с самого начала, да, чтобы я не забыл, медальки, собралось немножко медалей, и мы апнем... Что мы улучшим сегодня? Древний меч будем улучшать, и еще 2%. Так, и сейчас посмотрим, сколько там стоит. У нас теперь 1950, матинка боже. В общем, короче, немало. Да, и нет, в лотерейку. И на босса мы сходим в конце, а сейчас отвоюем. О, гильдия уже выиграла, и это хорошо. Русская гильдия, как вы можете понять по никам. Олег, Рейн, Мун и так далее. Алкаш, Вульф. Что-то много Вульфов. Вульф любит Мун. Знакомые ники, народ, кстати, да, очень знакомый ник. И начнем, наверное, с плюс один кого-то. Кого здесь мы побьем? Неинтересно. Овко. О, баранчик. Я, в принципе, тоже баран. Да, я думаю, повоюем с ним. И здесь через кого мы будем атаковать? Я думаю, первый бой через Вальку затащим. Плюс. Да, я думаю, Меган. Или не Меган, или Часун. Нет, Часун мы возьмем, наверное, во второй бой. И через лидера, я думаю, Эшира. Эшир. Волчара. И где наша Часунка? Часунище. Вот, Часунка. Ну, я думаю, надеюсь, затащим. Хотя второй бой у меня под вопросом. Ладно. В принципе, нужно творить зрелище, а не набивать очки. Попытаемся. Так. Ну, Овко. Прикольный ник. Я так понимаю, моя Меган быстрее, чем его персонажи. С одной стороны, это и плохо. Лучше бы кто-то сейчас походил. Так, и что для нас будет хорошим вариантом? Убить, естественно, Веромоса и дать тычечку, к примеру, Вахмана. Ну, либо, если не Гланс, то убить. Просто... Белиссимо. Вообще, красотушечка, красота. 400. Почти как мой Ахман. То есть, у Ахмана, если так почитать, сейчас около 27-28 тысяч хп. Да. На самом деле, я просто очень быстро считаю, вы не обращайте внимания. Блин, нужно было, наверное, начинать с белки. Хотя сейчас, ну, молимся, чтоб третий удар снял щит, а четвертый добил. Давай. Ну, а просто... Наушники-то чё бить? Ладно. Просто красота. Реально очень хорошо. Что я делаю? Ладно, еще один раскол. Блин, раскол не прошел, а вот это уже плохо. Это плохо. Критушка? Нет. Критушки. И не будет критушки сегодня. Харе, ау. Подлец. Ну же, раскол. Да, вот сейчас вы видели, немножко тупанул, уже, скорее всего, добивали бы. Да ты посмотри, блин. Ну, отлично. До свидания. И осталась одна часунка. Так, часунку. Нет смысла, в принципе, ждать. Добиваем. Крит часунка рулит. Что же вы хотели? Деспайр сет ее одеть. Так, либо фатал. Так, не, я шучу, конечно же. Так, кого мы здесь будем бить? Это плюс один. Сейчас посмотрим плюс два, что у нас интересного. Оу. Я думаю, вам тоже интересно. Защищается. Станет непобедим на два хода. Эффект выносливости. Сто пудово деремся, да. Тут даже не обсуждается так. Он бафы снимает или нет? Понижая индикатор. А, бафы не снимает, отличненько. Хотя, в принципе, бафа у нас никакого и не будет. Потому что мы будем драться через такое. И где наш бегемот?
Вот, и вот такое. Ну а второй пати, да, у меня вариантов немного остается увеличивать. Еще и лидерка неплохая. Здесь Тревор может неплохо по жопке навешать. Так, 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 я думаю, пирата в лидеры. Хотя, возможно, мы и не увидим, что она сможет сделать, но лучше перестраховаться. Набрать лишь бы что, чтобы проиграть, тоже не особо хочется. Но желательно, чтобы Ильяна показала, что она может, снимает. Да-да-да. Прикольно, ну, не знаю, сейчас посмотрим, мне даже как-то аж сыкотно немножко. Да уж. Эффект непобедимости на все пати. Прикольно. Так, нужен. А, отлично. Сейчас еще и замедление на всех закинет, скорее всего. Почти на всех. Только на ведро не закинул. Ну, в принципе, на медведя пофиг. Пускай закидывает. Так, и кого мы будем? Скорость будем набивать через эту. А, убивать, я думаю. О, не делай так. Первого по-любому будем стать. Хватит! Говорю тебе. Так, хватит, хватит, хватит. И, да, глушим пассивку. И добиваем. А, так он еще и в деспайвере. Ну, в принципе, это нормальный и правильный сет. Так, добиваем. Блин, не критушка. Неплохо. Так, так, так. Хлоя походит ли быстрее, не походит. В принципе, пофиг, давайте ударим вторым скиллом. О, чудо произойдет, я ударю вторым скиллом. На тебе 9000. Нет, не угадал. Ну и осталось домучить Хлою. Хлоюшку. И нет, скилл еще в откате. Да, неплохие куски получает Хлоя, так она еще и печальная в плане ХП, вы видите. Очень печальная. Так, второй бой, я так понимаю. Блин, вот сейчас если наложит эффект непобедимости, бла-бла-бла, но я надеюсь, этого не будет. Я надеюсь, этого не будет. Этого же не будет, да? Отлично. Так, ну, лучшим вариантом будет убить, наверное, Эсну. По-моему, Эсна ее зовут. Вот эту нашу Хелл-леди. Тимошенко с косой. Ну, вы видите, нет. Holy shit. Вот это поворот! Ого! А вот на такое я не рассчитывал, народ. Фу-фу-фу. Да уж. Комментарии здесь, по-моему, излишние. Уху, больно. До сих пор болит. Да уж, так, и посмотрим, кто у нас плюс 3. Я так понимаю, Валька здесь больше не будет присутствовать в этих боях. Ну, я думаю, и начнем мы с Олега 86. Тоже знакомый довольный ник. Довольно знакомый ник. Ох уж эти слова, словечки. Так, и вообще сейчас хотя бы представлю, через кого я бил бы. Это пати. Ну, допустим, первый состав хорошо, допустим, такой. Хотя то, что здесь вот эта сволота может походить в кого угодно. И это не есть хорошо, это есть плохо. Так, что если... Что если взять наоборот медведя, допустим, во второй пати? Действительно, если взять медведя во второй пати, он, в принципе, танканет Люшена налегке. Ни один Люшен не убьет медведя с одного прокаста. Так, и... А вот во второй пати, если мы так попытаемся... Есть защита, есть подхил, есть скорость, есть... Заглушение двух пассивок. В принципе, как вариант. А второе пати, через кого мы сыграем. Ну и наберем, в принципе, можно набрать какой-то шлаг. Или то, что я меньше, менее всего, реже всего юзаю. Вот тут есть интересная лидерка. О, давайте мы сыграем через Люшена. Пятизвездочного, да, в плохих рунах. Почему бы и нет? Возьмем Каль... А, Калей только для себя дает. Калей еще и голая. Вообще голая. А давайте сыграем действительно вот так. Хотя я не думаю, что успеет мой этот тяпчик одноглазый с побитым глазиком выжить. Наш Люшек. А давайте, почему бы и нет, в принципе.
точность. Арама будет первым скиллом чаще попадать, назовем так. Понеслась. Хотя второй бой у меня под вопросом, реально. Там, по-моему, пират пятизвездочный был. Или я не доглядел, по-моему. Так, и что, нужен ли нам баф? Нет, вот смотрите, ситуация простая на самом деле сейчас. Вы видите, скорость у них, ну, намного меньше, допустим, чем у моей Хлои, естественно. Меньше, чем у моего ведра. Если судить по ведру, то у них средняя скорость около 130-140, даже, возможно, и меньше. То есть у них нет ни у кого руны во второй слот на скорость. Это факт. Вот, поэтому как мы действуем. То есть мы даем сейчас, неважно в кого, тычечку. Ведро бустит нашу команду. Следовательно, Хлоя у меня, по идее, в теории, я не могу здесь подсчитать этот, но по идее, моя Хлоя успеет походить еще раз. А на второй ход она закинет, ну, иммунитет и бла-бла-бла. Так, и кого мы будем глушить? Давайте, наверное, Теомарса. Да, отлично. О, Виолент. Чудненько. И вот теперь смотрите, что происходит. А если бы я сделал это заранее, то было бы, ну, совершенно по-другому все. Было бы плохо. Так, и будем бить перну, параллельно сливать Теомарса. Перну, точнее, мы будем бить ведром, для того, чтобы он бустил по скорости команду. Так, 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 я вот думаю, если мы походим, хотя бы один крит дадим, походит наш Тессарион. С другой стороны, Тессарион может не добить. Да, давайте рискнем. Отлично. Был крит. И сейчас Тессарион, по идее, добивает. Да, вы видите. Красота. Просто крутотенюшка, крутота. Ну же, нет, 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 только не Виолент. Паскуда тварь, не делай этого. Так, сейчас главное добить перну. И так, подхиливаем. Глушим пассивку. Отлично. И будем добивать арха. Хотя он сейчас отхилится, насколько я понимаю. Да, отхилился. Все равно будем добивать его. Последний бой. Я думаю, даже если мы тут потеряем двоих, неважно будет. И раскол. Блин, а толстый, оказывается. Так, и сейчас мы закидываем. Нет, если мы кинем маньяка, то есть, грубо говоря, иммунку на всех, все равно у нас походит Тессарион. А Тессарион походит, и в любом случае Теомарс его еще раз ударит. Следовательно, нет смысла, разве что раскол не закинет. Я просто не помню, сколько, когда он юзал и вообще откат его. Давайте просто подхилимся. Да, я думаю, сойдет. Так, ну вот, вы видите. По-любому бы он сходил еще и первым скиллом. Так что неважно, висела бы на нас иммунка или нет. Отлично, два крита и... Тоже нет смысла, вы видите, кидать, но я, в принципе, я успею. До следующего хода Хлоя у меня быстрее. Намного, плюс вот сейчас, скорее всего, нет. Вы видите. Главное правильно походить. И Теомарс ничего не может сделать. В защите, логично же. Ну, и в таком бою. Так, первый бой мы выиграли. И сейчас посмотрим, что у нас будет во втором бою. Так, так, так. Что мы делаем? Бустим нашу команду, либо снимаем бафы. Я думаю, лучше снимем бафы. Да. Ай-ай-ай. Ну же, что выдаст наш Люшен без бафа на атаку и так далее и тому подобное. И без бафа на шанс крита. Ну же. Ну как, это немного, естественно, но хоть что-то. Оп. Тоже понятно, деспайр. Так, ну же, стан. Нет, просто замедление. Ну и да, добивает. Будем убивать пирата. Так, отлично. Давайте дадим бафчик. Сейчас у нас рама будет просто разносить. Смотрите. Тух, на тебе. Нет, это был не крит, к сожалению. Ну, стан. Не стан. На тебе 4600. Получи, подонок. Фига себе. Так, я думаю, кого мы будем добивать. Добиваем шарика. Если хватит этого урона. Нет, не хватило. Кстати, вот сейчас можно за это и поплатиться. Ого, да. Кажись. Вы видите. Неправильно я поступил. Ладно, доигрался. Говорится, доигрался. Ну, ничего, победа в любом случае. И, блин, не хватило мне пару очечков, чтобы купить. Так, ладно, сыграем Секубовичем. Думаю, он меня хотя бы обрадует. Ну же. 10 тысяч маны, да, вон жена подсказывает, 10 тысяч маны, тебе никаких тебе бонусов. Ты, а, ты тоже играешь?
Так, ну, ой, так удивительно. 10 тысяч маны, ты не поверишь, блин. Я просто, блин, вангую. 10 косарей маны, да, это что-то нереально. Как я угадал? 150 тысяч маны ей дали. Вы слышали, наверное, да? Класс. Просто и слезка потекла. Ладно, попытаемся мы отвоевать. Еще на мировом боссе. Так, покупаем, естественно. Да, кристаллы заканчиваются, вы видите. Не хватает у меня. Дикая нехватка кристаллов. И сейчас попытаемся навоевать на хотя бы А-. Так как почему-то у меня вот в первом бою сейчас какой-то огромнейший разнобой. То 1 миллион 220 тысяч, то 1 миллион 350. Вот 120-130 тысяч разнобоя, но это реально много. Я не знаю, что там они делают в этом бою, как они дерутся, но реально дофигище. Большой разнобой. Но чаще всего А-минус у меня, естественно, сейчас. И для более лучшего результата у меня не хватает, естественно, хороших рун, проточки скиллов. Ну же, вот вы видите. Бред. Ну и что нам дадут? Обалдеть, такой офигенный дроп. Так, ну посмотрим, что у нас второй бой нам принесет. Так, на третий бой, я так понимаю, у нас тоже хватит. Да. Прокачал я пару персонажей там, такое чисто кормовых, и они сейчас, в принципе, для третьего боя у меня заезжают идеально. Так, ну же. Давай, ставлю на 574 тысячи. 574. Ну же. Не угадал, но... Ладно, в принципе, не особо большая разница. Понятно, спасибо, продаем. Классно сделали вот эту вот функцию, то, что можно сразу вот этот вот шлак продать. И третий бой ставим на... Сколько, на сколько? На 196 тысяч. 196 тысяч урона. Ставки сделаны, господа. Итак, что нам эта обезьяна скажет? О, нифига себе. Ёпте, вот тут я ошибся реально. Неплохо. Прям. Супер, класс, там все дела, да. Короче, 5 кусков. Могли бы уже и свиток дать. Сволочи. Да уж. Кстати, народ, отпишите в комментариях, попадалось ли кому... Ого, я в рубине, нифига себе. Попадался ли кому-то такой дроп, как... Кстати, посмотрим, что тут в сундуках. Попадался ли кому-то Лего свиток? Не, я знаю, что кому-то попадался, но мне интересно, насколько часто это. Девилмон кому попадался. Мне самое лучшее, наверное, что отсюда попадало. Один раз мистик, и один раз мне попадался свиток огня. Вот, ну а так уже были и частицы, и части на Лего были у меня, части на свет тьму. Ангелмоны еще не падали. Ну, кристаллы это понятно, руны понятно, экстракты и мана все понятно. То есть... И вот, свиток света тьмы мне тоже еще не падал. Так что будет интересно, что падало вам. И вот, насколько я понимаю, мне немножко не хватает, чтобы сундука А-минус вылезти на просто А. Хотя, в принципе, по дропу оно одно и то же. И 8 кусков начинает падать. А, вот, с рейтинга S. А до рейтинга S нет, это для меня еще нереально. Ну, в принципе, и все на сегодняшний день, что я хотел бы вам показать. Думаю, дроп у вас будет получше с мирового босса, да и ГВВ отыграете правильно, а не как я затупил немножко в конце боя. Обычно 100% выигранный бой, но ладно, в принципе, пофиг. Поэтому всем удачи, всем спасибо, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, добавляйтесь в друзья, в группу. Все это в описании, все ссылочки, да-да-да, внизу в описании, где-то там, тут не знаю, как вы там смотрите. Всем пока! Thank you.